Берем лист офисной бумаги формата А4 и аккуратно сгибаем пополам. Затем, ориентируясь по линии, сгибаем края. Переворачиваем на другую сторону и сгибаем еще раз, ориентируясь опять же по линии. Перегибаем носик нашей модели к концу листа, ориентируясь опять же по линии. Сгибаем пополам. Сгибаем края, ориентируясь по линии. Разгибаем нос модели. Делаем крылья. Носик по линии фюзеляжа, остренький. Загибаем фюзеляж. Вдавливаем его в середину. Загибаем крылья. Вот, ориентируясь от этого изгиба по всей площади, чтобы хвостик выглядал немножко сюда, за крыло. Страйк-игл, меченосец готов.